Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Ratchet & Clank. Куда мы теперь? В туманности G34 находится важное устройство. Тогда полетели в туманность G34. Капитан, ответьте. Мы с Кланком на позиции. Готовы приступить к операции «Падающая звезда». Принято. Продвигайтесь внутрь. Я буду отслеживать ваше перемещение отсюда. Оцени, какой выбор. Самое выгодное предложение в галактике. Наверное. Так, нам задание дали. Научно-исследовательская станция Бларгов. Найдите сверхсекретный исследовательский проект Бларгов. Выберитесь в открытый космос и, возможно, отыщите оружие на боевом корабле Бларгов. Мы какое-то оружие можем найти. Попробуем исследовать и узнать, куда идти. Тут нам пригодится лазутчик. Как пользоваться, я уже забыл. Лазерные лучи. Стоп. А, вот так вращать. Один готов. Ай, почему я закрыл? Не надо было закрывать. Ну-ка еще раз. А почему нет? Потому что это сделано так, чтобы не получилось. Как поменять? А, вот я поменял. Все, открыл. Открыл замок. Это круто, ребята. Я научился открывать замки. Проникните на военный корабль. Стоп, а мне куда сейчас вообще? Я здесь еще не все исследовал. Смотри, какая карта огромная. Зачем мне? Может, еще не надо туда? Подожди. Мы направляемся к шаттлу для перевозки дорогостоящих экспериментальных объектов. Одного у него не отнять. Всегда себе дело найдет. Глянем, что он там смастерил. Ну ладно, исследуем корабль. Потом, я думаю, вернемся обратно. Обнаружен нарушитель. Обнаружен нарушитель. А, вот, по карте-то здесь. В смысле, я что, нарушитель, что ли? Ну-ка, давай. Побежали, сейчас разберемся, кто здесь нарушитель, а кто нет. Они пробрались на корабль. Здесь можно... Подожди, здесь можно ящики разбить. Быстро Зуркона взяли. Протонный барабан. На, держи. Тихо, 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 ты что делаешь-то? Вот и все. Это вы пришельцы, я-то не пришелец. Чем еще? А, давайте, кстати, попробуем новое оружие вот это вот. Пикселизатор. Ого! Я его пикселизировал. Превратил в пиксели. Главное попасть хорошо в него. Прикольная пушечка. Будем развивать. Так, подожди. Правильно? Нет, не идем дальше. Ну, с этой стороны можно тоже обойти. А, вот, здорово. Я его просто в пиксель превратил. Ну, кстати, он быстро убивает его достаточно. Где там Зуркон? Ну-ка, быстро сюда. Еще у нас есть пушка другая.
Вот это. Называется она Кайфотрон. Его швырять надо. Сейчас попробуем. Ну-ка, давай кайфотроном. Закайфотроним вас. Вон они стоят. Давай попробуем. Испробуем на них кайфотрон. На. Они танцуют, что ли? Не пойму. Они танцуют, прикинь. Ну-ка, танцуйте, ребята. Да, они кайфуют, они танцуют. Так, ладно, это понятно. В общем, кайфотрон, не кайфотрон. Давай будем... Протонный барабан. Самая крутая штука, мне кажется. Еще, смотри... Защитник. Несанкционированное изъятие оружия. Запущен протокол самоуничтожения. Как самоуничтожение? Ребята, бежим быстрее отсюда. Бежим быстрее. Надо валить. Рэтчет, нельзя останавливаться. Так, идите нафиг, погоди. Где? Протонный барабан. Вот, держите, все. Дайте мне, отойдите в сторону. Дайте пройти. Через 20 секунд. Надо быстрее выход на протонный барабан. Давай, беги, беги быстрее. До 13 секунд всего осталось. Выходим. Вернуться на станцию. Быстро, быстро. Сейчас он взорвется. Но мы хотя бы оружие у него забрали. Там защитник. Вот такие вот дела. Отвлеклись, но мы все сделаем. Выберитесь в открытый космос. И надо нам еще секретный исследовательский проект найти. Еще один прототип Дрэка. Он на той стороне шлюза. Отправить Кланка в разведку? О, ничего себе! Сейчас наш робот все разведает. Выберитесь в открытый космос. О, так он в открытом космосе сейчас будет. Так, я уже забыл, как им играть, если честно. Ну-ка, жабы. Жабы, аккуратно, я маленький, не надо меня трогать. Я подзабыл, что там делать Кланком. Ну ладно, бежим, сейчас разберемся. Сейчас разберемся, нажмем на кнопочку, на зеленую, вот на эту. А, я вспомнил. Пружинка. Мы как-то пружинку эту берем. Ставим. Почему она не поставилась? И можно на нее прыгнуть. Все, супер. Я себе какую-то микросхему вставил. Это чип для модификации робота. Теперь я буду крутым, самым крутым Кланком. Я могу перепрограммировать этих роботов. Как ты там, Кланк? Я нашел новое устройство. Ну вот, что у тебя там? Мультихват? Погоди, нет, это один из этих новых ионных расщепителей. Находками положено делиться. Пожалуй, это я оставлю себе. Спасибо. Но где-то рядом должен быть прототип. Я тебе его принесу. Ну ладно. Подожди, я как-то перепрограммировать же роботов умею, да? Он сейчас говорит, перепрограммирую его. А, вот, его, я вспомнил, энергобот, можно в энергобот его перепрограммировать. Швыряй. Нам надо эту дверь открыть всего лишь тут. Так. Хватаем его. Мостовые боты могут цепляться за балки на противоположном берегу и наводить мосты. Давай наведем мост. Все супер. Можем пробежать. Только тут космос открытый. Надо бы как-то не улететь вниз.
Так, еще один. Погоди. Погоди. Куда тебя поставить? Там он еще один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так не надо делать никогда. Навели мост. Пробежали. Опять я улетел в космос. Я в открытом космосе, ребята. Я полетел. Ох уж это мне туманность, да? Туманность. Как название канала нашего, ребята? Туманов Плей. Вы на канале Туманов Плей. И мы играем в туманность. Ну-ка, давай его возьмем. Может, его перепрограммировать надо было опять, а? Точно, точно. Энергобот нам пока не нужен, а вот перейти туда... Было бы вообще неплохо. Так, а где еще взять одного робота? Где еще взять одного? Наверное, туда надо сходить сначала, ребята. Сюда рановато. Сначала туда перейдем. Заберем, вон там робот прыгает. Заберем робота, а потом можно вернуться. Сейчас, подожди, с жабами я с этими расправлюсь сначала. Все, со всеми разобрался. Ну и заодно пособираем болты, потому что их нам надо. Будет, наверное, не знаю, может надо, не надо. Оружие мы, может быть, все купили, может быть, не все, может быть, еще что-то будет. По идее, я могу перепрограммировать этих роботов. Да-да-да, давай, мы сейчас перепрограммируем. Это тоже мост будет, давай, мы через мост переходим. Предлагаю забрать этого робота с собой. Только подожди, как так... Из-под себя-то не надо было вытаскивать. Вот так идем, переходим. Сейчас я его перепрограммирую, сделаем энергоробота. Энергобот. И открываем дверцу. Все четко. Так, этот нам... Ну и задачка. Ну пружинку сюда поставить, а что? Тут все просто. Заберем еще одного робота. Его перепрограммируем. А, но он уже энергетический, да? Все правильно, бросаю. Все, перепрограммировали. Открыли дверь. Теперь предлагаю того забрать. Не оставим же мы друга тут в беде одного. Ну-ка, пошли. Со мной, дружище, робот. Может, я дотянусь до уступа? Так, давай. Ну, тут надо много роботов. Давай вот этого заберем. А, блин. Стоп, стоп. Где он? Куда я его швырнул? Дверь-то закроется. А чё он не активировался? Ну-ка, давай-ка. Вот эти провода тоже к этой двери идут. Давай-ка мы того робота сейчас вытащим. Здесь зафиксируем. Чтобы, может быть, мы сможем тогда вот этого забрать. Ну, дверь откроется, закроется. Что тут? Вот, все нормально, прошли. А теперь у нас есть два робота. Мы сейчас одного закинем сюда и второго тоже. Все, в принципе, просто. Может, я дотянусь до уступа? Дотянусь? До какого уступа? Куда я дотянусь? Все, идем просто дальше. Кто они? Сапоги какие-то волшебные. Мост открылся энергетический. Сейчас, наверное, нам надо по нему пройти. Я нашел пару магнитных ботинок. Возвращаюсь к тебе. Может, я дотянусь до уступа? Давай пробовать дотянуться до уступа. Только до какого? Все, он про какой-то уступ говорит. Стоп. А че поехали так быстро? А здесь нам делать-то нечего, тут все закрыто. Вернуться к Ратчету. Подожди, ну-ка вниз спустись. Вот здесь же еще тоже дверь какая-то есть. Ну-ка. Мы же тут не были. Вон, а мы оттуда начинали, потом вон там ходили, бродили. Вот еще есть проход. И там кнопочка какая-то.
Или мы здесь были? Подожди, я что-то уже... Что-то похожее... А, мы здесь были, нет? Да, мы по кругу, считай, прошли. А до какого уступа он тогда говорит, хочет, чтобы я дотянулся? А? Что ему надо? По заданию-то что у нас? Найдите сверхсекретный исследовательский проект. Выберитесь в открытый космос. Это я выбрался. Я дотянусь до уступа. До какого уступа? Покажите мне, что за уступ. Докуда я должен дотянуться? Тихо-тихо, куда ты чуть не улетел вниз? Где еще? Он куда-то хочет, чтобы мы сходили, что ли? Я больше вариантов не вижу. Да какого уступа, блин? Да что такое-то, а? Ладно, если что, мы когда-нибудь сюда вернемся, я думаю. Можно же летать туда-сюда из космоса в космос. Кланк был слишком мелким, чтобы носить магнитные ботинки, и вернул их Рэтчету. Ха-ха, не для себя он нашел ботинки, а для Рэтчета. Для Рэтчета. Может... Так. Найдите сверхсекретный исследовательский проект. Ну куда? До уступа. Да до какого уступа ты собрался там дотягиваться, заколебал? Можно улучшить, кстати. Давай улучшим. Я все за протонный барабан, ребята, за этот. Тебе отдам по хорошей цене. Очень уж сейчас откроется что-то интересное. Доступно загадочное улучшение. Идеально гладкая оболочка. Гладкая легкая оболочка позволяет заряду преодолевать до взрыва большее расстояние. Вот так-то. Большее расстояние будет. А что еще? Все, в нем больше я пока ничего не могу исследовать. Если я его буду использовать, улучшится, и тогда ракетомет Хищник, а мы не пробовали даже им стрелять еще. Ну-ка, давай попробуем. Где этот ракетомет Хищник? Кому оружие? Хищник, ракетомет, 18 зарядов. Ну-ка. Ого-гошечки! Ничего себе, так давай мы его будем улучшать, а? Давай-ка попробуем исследовать. Конус прицеливания увеличивает область, в которой находятся потенциальные цели. Плюс 50%. Конус прицеливания возьмем. Боеприпасы возьмем. Ого! Теперь ты даже чересчур силен! Скорость захвата цели. Оружие захватывает цель. Цель быстрее захватывается. Будет быстрее стрелять. Ну давай. Давай, наверное, это разовьем. Ну и все, можно с ним прям так и идти. С ракетометчиком защитник. Так, а куда теперь мы двигаемся? Может, я дотянусь до уступа. Опять он со своим уступом. Куда он хочет все? Ребята, напишите в комментариях, что за уступ, что он пытается нам сказать. Кто знает об этом? Да, нам именно сюда надо идти. Хороший ракетометчик. Да он еще жив, что ли? Не пойму. Может, я дотянусь до уступа. Открывайте дверь. Рэтчет идет к вам. Готов получить? Хорошая ракета, ребята. Стоп, их много. Давай протонный барабан. Вот так, ребятушки, держите все. Мне сообщили,
если вы видите кого-то, кто не похож на Бларга, может... Да что такое? Вскрыть замок. Ну давай, тут загадка посложнее, смотри-ка. Так, вниз это получается выбрать кольцо, вниз-вверх, и вращать. Ну давай, пробуем. Ну, в принципе, я думаю, что ничего сложного, надо их расставить хотя бы как-то. Может, я дотянусь до уступа. Хотя бы как-то расставить, а потом уже пробовать менять местами. Так, я примерно понял. Вот это сюда. Вот это сюда. Это, допустим, вот сюда. Нет, сюда не может, получается. Я дотянусь до уступа. Хотя бы так тогда. Вот сейчас должно получиться. Все, три луча активировали замок. Есть, здесь карточки лежат. Ребята, сейчас найдем что-то. Доступна новая карточка. Гроб 3. Ребята, мы собираем их. Коллекцию хотим собрать. Дадут оружие тогда крутое. Сколько здесь коробок? Ничего себе, наверное, много дадут болтов. Может, я дотянусь до уступа. Хорошая комната, хорошая. Так, что там у нас по карте? Ну все, правильно, идем. Ох, как тут бродить еще можно. Пошли. Давай наверх залезем. Аккуратненько. Может, я дотянусь до уступа. Я не знаю, на это я нарываюсь, на этот дым, на газ или как что-то подобное, какая-то субстанция, но лучше перепрыгнуть. Еще одна карточка. Бластер-воспламенитель. Две гадюки. Если соберешь полный комплект, тебя зауважают коллекционеры по всей галактике. Плюс получишь апгрейд для снаряжения, но все-таки главное уважение. А я, по-моему, собрал сейчас что-то, комплект какой-то. Вот, у тебя достаточно дубликатов карточек, чтобы обменять их на новую карточку. Нажмите треугольник, чтобы начать обмен. Чтобы совершить обмен, выберите карточку и нажмите крестик. Удачи в завершении коллекции. А какую? Подожди. Ну, я не знаю, любую какую-то из карточек нам надо выбрать, наверное, которой нету еще. Правильно? Кланг. Приз получен, обмен. Я обменялся на кланка. А зачем мне нужен был этот кланг? Короче, я что-то поменял, я не понял, чего я там наменял. А, стоп, воспламенитель. То есть мы... Три собираем, можно получить еще одну, что ли? Ну, в общем, разберемся потом. Ай, куда ты? Просто улетел и все.
Так, я что-то не пойму, куда здесь надо все-таки, наверное, наверх идти. Не зря тут этот верх придуман. Здесь или прыгнуть... А, вот же зацепиться, я сразу-то не увидел. Так, ребята, подожди-ка. Ракетометчиком швырнул мистер Зуркон. Так, еще где мой протонный барабан? Ребята, держите протонный барабан. Что это такое? Какие-то, какие-то динозавры, смотри. Зубастый какой-то. Ну-ка, открываем. Аккуратно только. Зачем он такой здоровый, а? Он меня бьет. Тихо, 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 тихо. А все, теперь нормально. Получилось их прибить. Так, что на этот раз взять? Пикселизатор, кайфотрон, не знаю, какой-нибудь... Что оружие, какое будем развивать? Давай ракетометчик. В принципе, все надо развивать потихонечку. Ну-ка отойди от меня, жаба, а? Что-то много их, почему они все лезут и лезут? Карточка была, да? Или мне показалось? Ну ладно, потом откроем. А, вон здоровяк идет. Готов. Ох ты, какой здоровый тоже, а? Тут уже прям, смотри, они крутые идут. Не просто так. Не хухры-мухры. Капитан, судя по всему, Дрэк проводит эксперименты над живыми существами. Ха, парочкой жуков капитана Кварка не напугать. Другой... Так, давай какой-нибудь, не знаю, пикселизатор, что ли, используем. Они пиксельными стали. И развалились. Да иди ты нафиг, а? Чё ты? Я ж тебе вроде стрельнул уже давно. Ещё жив, что ли? Так, ну вроде бы я все комнаты тут открыл. Кнопочка нажата. Вот еще один сидит здоровый. Их много. О, видишь, как хорошо. Пушечка-то интересная. А это что такое? Бросить мультиключ. А, можно бросать этим ключом. Понял. Стоп. Как-то жарко здесь стало, ребята. Очень жарко. А, вот ключ для чего нужен, чтобы бросить его. Гранату ему. И все получится. Еще раз надо будет где-то бросить ключ. Сколько же вас тут много-то, а? Ну давай, включаем. Что включаем? Давай, еще одна граната есть. Жизни уже уменьшаются. Так, давай. Кайфотрон, что ли? Пусть покайфуют маленько. Я предлагаю огнебластер включить. Ай, больно. Иди сюда.
Так, это еще посложнее задачка. Ну, два луча однозначно сюда надо. А, ничего сложного, все нормально. А, вот это да, вот это да. Только открыл и все, и улетел сразу. У меня есть кое-что для тебя. Можно уже улучшать. Так, что мы улучшим? Протонный барабан нельзя пока. Давай гранату энергетическую улучшим, потому что мы ей тоже часто пользуемся. А, нет, предлагаю обойти вот так по кругу, чтобы получить дополнительную плюшку, загадочное улучшение. Лишенный трения магазин, когда ты бросаешь гранату, энергетическая перчатка еще более эффективно выдает там новую, что повышает скорострельность. Выдает вам новую. Круто. Будет быстрее все происходить. Куда мы вышли? Подожди, нам... Я, по-моему, не все там еще исследовал. Внимание, нарушитель! Ты вторгся на секретный испытательный полигон с гварфским кривозубом. Председатель Алонс благодарит тебя за эту жертву. Капитан, вы знали, что тайный проект Дрека — это гварфский кривозуб? Ого! В самом деле... Интересно, почему же разведка не доложила? Я полагал, там что-то куда менее опасное. Ну ничего, расслабься и вспомни, чему я тебя учил. А чему вы меня учили, капитан? Ну, дела. Так, здоровяк, иди сюда. Очень уж он большой, ребята. Как бы нам с ним справиться? Задействуем протонный барабан. Тихо. Есть аптечки, в принципе, можно. Можно быстро это все сделать. Да тихо, хорош меня бить. Так, давай еще что-нибудь возьмем. Что помощней? Подожди, мы гранаты же улучшили. Давай. Где Зуркон у нас? По кругу пробежимся. Надеюсь, он меня не прибьет. Стоп. Давай протонный барабан сюда. Быстрее. Пока он здесь бежит, как раз мы это все сможем сделать. А, он куда-то запрыгнул наверх, смотри. Гасится от меня. Тихо, вот здесь сейчас протонный барабан поможет нам. Куда он его швырнул? Ладно, пускай они ко мне не подойдут зато. Я сейчас все соберу. А, он уже здесь. Ну-ка, лови тогда гранатку. Так, новый уровень. Отлично, как раз гранаты еще увеличили урон. Тихо. Сейчас он так спалит меня. Аккуратно. Зуркон, последний зуркон у меня. Так. На. Тихо. Не надо меня так бить. Что еще возьмем? Давай гранату. Я его сейчас свалю, ребята. Скоро ему придет конец. Здоровая жаба куда-то убежал опять. Ладно, беги. Ну-ка, протонный барабан, давай. Ребятушки, вам придется здесь не сладко. Я еще ракетницу сейчас пущу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и мне-то тоже не сладко сейчас может прийтись. Где бы Зуркона хоть взять, а? Барабанчик. Барабан меня спасет. Спаси, пожалуйста, меня, барабан. 22% у него осталось.
Я надеюсь, что еще какое-то оружие хоть может выпадет, а? Или я уже все собрал, все, что можно было здесь? Вот еще что-то лежит. Отлично. Граната. Получай. Еще. Держи. 14%. Протонный барабан. Еще вывалилось что-то. Ну-ка, надо собрать. Зуркон. Отлично. Будет помогать мне. Еще лежит. Так, так, так. Давай, чем будем мы его бить? Ракетницей. 1% остался-то. В принципе, все, я его свалил, ребята. А кто у нас хороший? Так, приз получен. Здоровичка завалили. Сдают, сдают, только не убивай. Говори, что тебе... Сейчас. Говори, что тебе известно о планах Дрэка. Спасибо. Вот да, то, что он сказал. Я могу дать тебе этого инфобота. Пригляди за ним, приятель. Я пока передохну. Приветствую, имбецилы. Если вы видите это сообщение, значит, вам выпала честь испытать мое новейшее изобретение. Реактивный ранец тиска! Посредин! На первом этапе были выявлены мелкие недочеты, однако могу заявить, что я все их устранил. С реактивным ранцем XK-81 вы взмоете в небо, и это даст вам преимущество над дураками, что ползают по земле! Ранец XK-81, получите свой на нашей базе на Гаспаре. Доктор Нефариус не несет ответственности в случае вашей смерти, расчленения или нанесения серьезного ущерба нервной системе. Капитан, это Рэтчет. Мы победили Кривозуба и выяснили, что замышляет Драк. Да? Но ведь это невозможно... невероятно! Так. Мы все миссии сделали, ребята. Что дальше? Выходим. Комплект голокарточек. Кварк, плата, кизальм. Собрали комплект. Супер. Какие-то бонусы. Вот, смотри, получается бонус. Частота выпадения... Раритана. Частота выпадения болтов увеличена. Это из-за того, что мы собрали эти карточки. Болтов все будет больше и больше. Может, еще отдохнуть приляжешь, Ломбакс? Эй, а рейнджерам бы пригодилась пара реактивных ранцев. Может, нам стоит сгонять на Гаспар? Я всегда о нем мечтал. Добудьте его, и Ларис сможет изготовить копии. Поручаю вам выполнение этого вовсе не опасного задания по добыче реактивного ранца. Капитан Кварк хочет летать, как птица. Ну все, миссия выполнена, ребята. Полетим на следующую планету. Но будет это уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. А также можете поделиться с друзьями этим видосом. Всем удачи, всем пока!